Так, всем привет, завели дизель, пробовали его отрегулировать, вроде поворачивает. Сейчас поедем. Крань подтекает. Плохо. Сейчас завели его, это поедем попробуем дорогу потоптать. Надо вывозить сенаж с поля. Это не дело. Это вот, блядь, я уговорил. Нехер показывать на всех пальцем. Ладно. А я его еще вечером. Так, не судите строго, я лет 20 на нем не ездил. Сцепление плоховатое. Назад он прекрасно ворочает. Еще чуть. Вот так. А вперед вот я не знаю какую, шестую сперва, да? Да бог, давай. Итак, у нас первые подбитые. Это не добиток. Ему не надо было в мою колею туда в бочину пихаться, да? Видишь, здесь нас как держит на. Сейчас он про его вытащим нам и это прокатаю еще раз туда-сюда. По краю уже по-другому. По-другому, да. Себе пускай положь.
сосски, видишь, я не рассчитывал, так-то есть все на. На, снимай. Только ровно держи, смотри. Зачем? Не едет. Ты видишь, там наст в середине, а ты по нашему следу провалился. Тебе надо было посередке держать. Так все, вот поле-то. Вот здесь эти синие, зеленые лежат. Давай. Ну и пока ладно. Ну, надеюсь, что не надо нам. Все, давай. Какой как раз у тебя перед где, смотри, стоит? Какой стащила? Ты туда так и пошел сразу. Здорово!
100%. У нас все ботинки в снегу, блин. Вон его за палец зацепи, Игорь, ну чё ты? Да и вон за боковой. Только с той стороны. У тебя там, та сторона застряла-то. Во! Здесь пройдет на. Если 75-ка не пройдет, блин.
конец нашим приключениям на сегодня, Игорь, там, я надеюсь, потому что как бы не пришлось его доставать оттуда. Ну, вот, сливаемся.